Как же искать объекты для инвестиций? В жилой недвижимости все сложнее и сложнее встретить привлекательный объект. Чтобы найти правильный объект, надо потратить массу времени и сил, а может даже и денег. Я вам сейчас расскажу, какие действия для этого можно предпринять. Оставайтесь с нами. Инвестируя в недвижимость, можно обойтись как бы минимальными зданиями. Прежде всего, инвестор должен четко понимать, какие требования он предъявляет к объекту, которые он или его семья могут впоследствии использовать сами, например. Приблизительное планирование того, когда и что нужно сделать, является также частью стратегии, как и планирование финансовой части вопроса. После того, как будут даны ответы на эти вопросы, станет ясно, как искать и что искать. Наряду с маклерами местные газеты по-прежнему хороший источник информации. Там есть разделы специально по недвижимости. Именно там можно встретить хорошие предложения от владельцев, которые не пользуются другими средствами информации. Опять же, если мы говорим о квартире или небольшом доме на несколько квартир, то неплохие предложения встречаются на eBay Kleinanzeige.de. Кроме того, никто не отменял ведущие порталы Immobilien-Scout24.de и Immowelt.de. Ну а для тех, кто уже, так сказать, продвинутый инвестор, будут полезны Immometrica.de и ThinkImmo.com. Эти порталы платные, но они хорошо экономят время. Там можно сразу выставить критерии поиска и быстро отсортировать интересные предложения. Информацию об уровне цен в городе или даже районе конкретного города можно получить у эксперта в городском комитете, которые именно этим и занимаются. Как правило, они находятся в ведомстве по строительству. Они запрашивают информацию у маклеров о конкретных проведенных сделках. Не обо всех, конечно. У меня, например, такие запросы были пару раз. И затем по вашему запросу делятся такого рода информацией. Это называется Gutachterausschuss. Думаю, взимают за это какую-то небольшую пошлину. Итак, как только место вы выбрали, не будет лишним ознакомиться с планом застройки. Почти всегда эта информация доступна онлайн. Там вы найдете много интересного. Результативным будет поиск объектов путем исследования на месте. Таким образом будет сформировано впечатление о самом месте, а также станет ясно, в какую сторону развивается этот конкретный район. Сколько новых строек и, конечно, уровень цен на эти новостройки. Да, и вторичку таким образом можно найти. Меня часто спрашивают, например, как найти владельца пустующего дома или квартиры. Самый простой способ – это спросить у соседей. Сказать, что вы ищете для своей семьи, и обязательно вам пойдут навстречу, либо попросят ваш телефон, либо дадут телефон собственника. Если мы говорим про новостройки коммерческие объекты, то сейчас в тренде новостройки смешанного типа, где на первом этаже находятся дискаунтеры Aldi, Lidl, в подвале парковка, складские помещения, а на верхних этажах офисы, фитнес-центры и даже жилые помещения. Такие комплексы удобны со всех сторон. И покупателям, которые имеют все в одном, и для магазинов, и для муниципалитетов, которые получают выгоду от продуктивного использования участка. Такого рода объекты лучше искать, конечно, через застройщиков. У них есть свои отделы продаж. Надеюсь, эта информация была полезна. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будет интересно.